В ближайшие 7 дней севастопольцы и гости города смогут насладиться итальянским шармом и неудержимым темпераментом. В городе началась неделя итальянского кино. Показы пройдут в Малом зале кинотеатра «Москва». Открывает фестиваль картины Федерико Феллини «Сладкая жизнь». Также зрители смогут посмотреть классику итальянского кино, фильмы «Вчера, сегодня, завтра», фотоувеличение и даже экранизацию произведения Михаила Булгакова «Собачье сердце». А в кинотеатре «Россия» в рамках фестиваля пройдет «Ночь итальянского кино». Для наших молодых граждан предлагаем в ночь субботы на воскресенье в 23 часа «Ночь итальянского кино» в кинотеатре «Россия». Это тоже будут совершенно бесплатные показы, на которые могут прийти все желающие. Начало будет 23, закончатся они около 6 утра. Ну, поскольку молодежь у нас имеет ночной образ жизни, это их привлекает, то мы стараемся разнообразить нашу работу для того, чтобы им это было интересно и доступно для их понимания и их восприятия. Акция проходит при поддержке законодательного собрания Севастополя. Депутат Вячеслав Аксенов отмечает особую важность культурного сотрудничества на фоне обостренной внешнеполитической ситуации. Это важное событие для Севастополя и с точки зрения культуры, потому что действительно итальянское кино – это высокий уровень искусства. Вот. Но гораздо более важно с политической точки зрения. И очень важно, что сейчас, когда достаточно сложная обстановка в мире, когда кто-то пытается санкциями у нас разобщить, представители итальянского народа не просто приезжают, а предлагают какие-то совместные акции, совместные мероприятия. С итальянской стороны с нашими кинематографистами работает в том числе представитель итальянского фонда международных инициатив и кинофестивалей, президент компании «Синкре» Мирко Приатони. Несмотря на напряженную политическую ситуацию и санкции, итальянец наладил крепкие дружеские отношения с российскими коллегами. Я говорю: «Мирко, вы не боитесь приезжать к нам? Все-таки санкции, все-таки…» Он говорит: для нежной дружбы, настоящей дружбы, честной, искренней, и для кино не существует ни границ, ни санкций. Наши сердца все равно вместе, и разлучить их будет очень трудно». Результатом международного сотрудничества станет кинотрилогия, посвященная истории отношений России и Италии. Часть съемок пройдет здесь, в Севастополе, часть в Милане, Турине и других итальянских городах. Будет 3 полнометражных фильма документальных о событиях от Римской империи и до сегодняшнего дня, отношений России и Италии, и что сейчас происходит, и что было в Крымскую войну. И вот такое вот совместное произведение появится на свет. Я думаю, это будет интересно, потому что мы смотрим материал отснятый, и он за душу берет уже сейчас. Когда сделаем, наверное, будет еще лучше. Севастопольский союз кинематографистов подписал с итальянскими коллегами из компании «Синкре» меморандум о взаимопомощи и взаимодействии, согласно которому стороны будут сотрудничать в сфере кинематографии и культурного взаимодействия. Анастасия Красная, Юрий Риутин, Севинформбюро.